Но вы знаете, что... Вопрос, на который у меня нет. Каждый, тоже человек должен. Вот, например, вы разбираетесь, вы ветрач, вы хорошо. Я не лезу в вашу сферу, потому что знаю, что я не знаю... А я в вашу лезу, потому что я не хочу, чтобы вы мучили лошадей. Потому что вы не знаете моей. Да знаю я. Не знаете кухни. Ну, я не ветрач. Не знаете тренинга лошадей. Ничего, вот из-за чего. Понимаете, так же и волены. Как вы можете знать, когда вы сами не выступали? Друг мой, я не буду никогда выступать в таком... Если прошли вот эту самую... От начала до конца школы. Тогда могли бы говорить, да, мы причиняем боль там или что-то. То, что делает Александр Невзоров и вы, так это вы знаете, это редко кто может сделать. Правильно, у него лошади ходят без повода, за ним как сачки. Так это талант у человека. А как вот вы это делаете? А? Никакого особого таланта, это всего-навсего демонстрация нормальности, да? Я всего-навсего не бью, я всего-навсего не рву рот. Я всего-навсего не употребляю железо, которое... Оль, ну, бесполезно с этим спорить. Александр Глебович, масса нервных центров. Ездила. То, что вы делаете. Да нет, а то, что вы делаете. Я не говорю про ездила, я говорю про воспитание лошади изначально без всякого железа. Так, давайте сейчас перейдем дальше. Все-таки у нас в зале есть еще специалист по рысачьим бегам, который выступал на первом эпологическом семинаре России с докладом о спецприспособлениях, о которых мы говорим вот последние полчаса. Сергей Сумбаев, прошу приветствовать. Добрый день, Сергей. Спасибо. Сергей, вот хотелось бы именно от вас услышать все факты и цифры, в которых выражается вся гамма чувств, которые испытывает наездник к лошади. Ну, давайте начнем сначала. Возьмем простую статистику по людям, которые занимаются рысачьими бегами. Во Франции, в частности, были проведены тестирования, где выяснилось следующее. Значит, 12% рысачников не умеют читать. Просто не умеют читать. Характеристика, да? Далее. 90% рысачников – хронические алкоголики. Просто хронические алкоголики. У них даже в правилах везде постоянно повторяется то, что нельзя употреблять алкоголь на соревнованиях. Угу. Постоянно это идет. Далее. Обратимся вообще к спецприспособлениям, которые используются в рысачьих бегах. Лошади. Нарушается естественный аллюр. Все там вот эти разговоры о генетически выведенных лошадях, которые не бегают галопом, бегают только рысью – это все есть неверно. Лошади постоянно испытывают огромный дискомфорт от так называемой вот этой прибавленной рыси. Поэтому, дабы она не сбивалась в галоп, используют различные спецприспособления. В частности, самое распространенное – это оберчек. То есть лошади, помимо обычного трензеля, в рот вкладывается еще одна железка, которая никак не связана с руками всадника. Она намертво закреплена к качалке. А для чего она прикладывается, вы знаете? Да, для того, чтобы лошадь не могла опустить голову. Правильно. Якобы таким... Правильно. Правильно. Якобы таким образом... А вы знаете, для чего в газовую камеру пускается газ? Знаем. Да. Таким образом, лошадь не может опустить голову, ей ставится искусственный баланс, дабы она не сорвалась в галоп, дабы она бежала вот этой вот искусственной рысью. Соответственно, что может испытывать лошадь при этом, когда при каждом шаге, при любом шаге лошадь имеет тенденцию опустить голову, ей в небо врезается железная палочка. В лучшем случае. В худшем случае это чек Дэвиса, который имеет выгиб, который просто разрывает небо. Следующая статистика. Примерно 90% рысаков после бегов имеют открытое или скрытое кровотечение. Легочное или бывает, ну, зачастую просто из-за разрыва рта, неба. Разрывы языка. Угу. Ну, как бы вот вам статистика по рысачьим бегам.